Это один из новых сеянцев 12.85. Нет. 12.92. 12.92. Это фантазийные полумахровые цветы с очень интересным краем. Край практически черный. И такой вот не бахромка, даже не знаю, как это, кантик такой. Утолщенный кантик, да? Когда он подрастает, он растягивается в большую бахромку. Цветы держатся хорошо. Вот этому цветку уже, наверное, около месяца он уже изгнил. Пигмент не выцветает, цветет достаточно хорошо, розетка аккуратная, ну, скажем так, на любителя какой-то вот экзотики этот сорт может быть интересный.